После вскрытия в урне Петельного здания находилось 42 бюллетеня. При подсчете бюллетеней установлено, за предложение вы за избрание секретарем городского совета Сантова ОВ 35 бюллетеней. За предложение вы против избрания секретарем городского совета Сантова ОВ 7 бюллетеней. Испорченных бюллетеней нет. Таким образом, комиссия решила итоги голосования считать следующим. За предложение вы за избрание секретарем городского совета Сантова Олега Вячеслава 35 голосов. И за предложение вы против избрания секретарем городского совета Сантова Олега Вячеславовича 7 голосов. Голосовали единогласно, подписи членов комиссии имеются. Таким образом, секретарем городского Саранского городского совета избран Сантов Олег. Уважаемые депутаты, протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании секретарем городского совета Сантова Олега Вячеславовича. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Уважаемые депутаты, разрешите поздравить Олега Вячеславовича с избранием на пост секретаря Славянского городского совета, пожелать ему продолжить все то, те начинания, которые были в городе Славянске с дня его основания, и, учитывая наше трудное время, в некоторой степени послевоенное, чтобы все его мысли, чаяния, желания, программы, которые он для себя наметил, чтобы они осуществились. Я думаю, что нынешний состав Славянского городского совета, сколько ему суждено проработать, будет оказывать целую помощь, потому что мы представляем громаду, мы представляем своих избирателей, и мы заинтересованы в том, чтобы город восстановился полностью и процветал. Поздравляю вас. Спасибо. Да. На самом деле, опять очень коротко, огромное спасибо громаде, спасибо нашим коллегам, что поддержали как и выбор громады, так и проявили мудрость, понимание. Со своей стороны, пока никаких громких заявлений и обещаний делать не буду, но обязуюсь продолжать последовательно ту позицию, которую я все время занимал, занимаю и буду занимать. Ну и громада остается приоритетной в этой позиции. Поэтому, если есть желание завтра, где-то в районе часа, давайте на центральной площади соберемся около нашей сцены там, и пообщаемся. То есть приглашаю всех желающих для общения. То есть уже готов буду выслушать первичный наказ. Все, огромное спасибо всем.